Здание детской библиотеки имени Пушкина не ремонтировалось с 1952 года, с момента его постройки. Глава администрации нашел возможность и средства, чтобы эта ситуация начала меняться. В библиотеке поменяли 12 старых окон на новые пластиковые и 9 дверей. Весной приступят к ремонту откосов здания и внутреннему косметическому ремонту. Детская библиотека насчитывает более 4000 абонентов. Здесь систематически проходят различные мероприятия и конкурсы. Дети и их родители с удовольствием посещают библиотеку и находят для чтения разнообразные книги. В здании 3 зала, из них один читальный. Летние лагеря у нас очень хорошо ходят. У нас сотрудничество 24-я, 27-я, первая школа. Это вообще уже на протяжении очень многих лет. Несмотря на мир цифровизации, книги по-прежнему не утратили своей популярности. Детская библиотека – излюбленное место посещения детей. А обновленная библиотека станет еще более посещаемой, в которой приятно будет сесть и почитать интересную книгу.